Добрый вечер, дорогие друзья. Очень волнительный, торжественный момент. Я сегодня спешу поздравить в первую очередь коллектив Камчатского театра драмы и, конечно, нас с вами с очередным и юбилейным театральным сезоном. Камчатский театр драмы – это старейший, один из старейших театров на Дальнем Востоке. Это наша гордость. Талантливая игра, яркие образы, глубокая драматургия принесли популярность нашему театру не только на Камчатке, но далеко за его пределами. Коллектив, несмотря на преданность академическому искусству, остается быть современным и также готов к экспериментам. Как многие говорят, театр – это большая семья. Я с этим полностью согласна, поскольку в театре нет никогда второстепенных профессий. Ведь вы согласитесь, что при постановке любого спектакля, конечно же, важна актерская игра, но и, тем не менее, ни одна постановка не будет полноценна без декораций, костюмов, причесок, добрых лиц на входе в театр. Поэтому я сегодня поздравляю всей души каждого сотрудника нашего замечательного Камчатского театра драмы и комедии. Желаю им огромного здоровья, творческих успехов, нескончаемого вдохновения, конечно же, благодарного зрителя, любви зрителя и нескончаемых бурных аплодисментов. И по традиции, по доброй традиции от имени Министерства культуры Камчатского края я объявляю 90-й театральный сезон Камчатского театра драмы и комедии открытым.